Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь у меня приемник такой, называется VF12. Вот он, VF12. То есть сначала были VF12, потом уже пошел VF201, потом VF202, 207. То есть вот этот самый первый приемник выпускался в Риге под названием VF12. Такой вот. Ну, на рабочем состоянии у меня. Единственное, что уже средних и длинных волн уже нету. Ну, только короткие волны. Вот. Ну, к нему надо еще блок питания дополнительное, чтобы он работал. Ему, этому приемнику уже 30 лет. Даже больше, по-моему, 35 лет ему, этому приемнику. Называется VF12. У него громкость, там регулируется все это дело. Так. А, вот этот бегунок здесь такой у него. Я забыл, как это пользуется. У брата был 201 ВФ. Вот бегунок, вот так переключение. Здесь громкость такой вот. Вот каналы переключаются. Разные. Ну, слетает, зараза. Вот, такой приемник. Все хотел снять, показать вам. Зараза, осень мелкий летает. Мешает только снимать. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Такой ВФ. У кого есть приемник такой, напишите мне в комментариях, кто. Или был, может быть, 201 ВФ. Это ВФ-12. Вот. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Снимал я фотоаппаратом Sony WV-830. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока.